Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Кто опять дверь не закрыл? Олег, Наташа! Наташа! Мамочка! 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 Сиди, я сейчас мокрое полотенце принесу. В конце 50-х криминальные хроники в газетах не печатали. Но сарафанное радио разносило сплетни и дурные вести даже быстрее, чем пресса. Неудивительно, что уже через несколько часов после прибытия на место преступления следственной группы слухи расползлись по всему микрорайону. Еще бы. Дерзкое, загадочное убийство. Жертва – уважаемый человек, заведующий кафе «Ягодка» Олег Лапицкий. Его убили посреди белого дня в собственной ванной. От рук убийцы пострадала и его дочь Наташа. Когда следователь Константин Стеблов прибыл на место преступления, следственная группа уже больше часа там работала. Оперативники успели внимательно осмотреть тело Олега Лапицкого. Из внешних повреждений они обнаружили только большой свежий синяк на локте и рассечение на затылке. Глубокое, но кости черепа остались целы. От таких травм на месте не умирают. Причина смерти была другая. Скорее всего, его утопили. Легкие убитого были наполнены водой, что называется, по самый ободок. Выглядело все так, словно кто-то погрузил жертву под воду и, навалившись всем телом, удерживал ее, пока не прекратилось сопротивление. А голова почему разбита? Наверное, в ванну лезть не хотел. Если так оно и было, то убийца, вероятно, отличался крупным телосложением. Ведь Лапицкий и сам был парнем довольно крепким. В ванной комнате царил беспорядок. Хозяева квартиры явно не были аккуратистами. Пол грязный, в углу таз с горой грязного белья. На полочке перед зеркалом свалка. Коробочка с зубным порошком открыта, сам порошок рассыпан. На краю ванны потрескавшийся кусок детского мыла. На полу деревянная палочка от мороженого, надломленная посередине. Занятые люди. Домом заняться некогда. Екатерина, пожалуйста, выпейте водички. Успокойтесь. Кать, если можно, спокойно, подробнее расскажите, что здесь произошло. Я не знаю, я пришла с работы, как обычно. А когда зашла в комнату, я увидела ее, она связанная с кляпом во рту. Наташу увезли в больницу. Екатерина Лапицкая порывалась поехать с ней, но оперативники уговорили ее остаться дома. Катя, с Наташей все будет в порядке. Хозяйку квартиры попросили проверить, не пропали ли в доме какие-то вещи или деньги. Да, золото взяли. Лапицкие жили в достатке. Он заведующий кафе, она директор трикотажной фабрики. Грабителям в этой квартире было чем поживиться. Серьги, ожерелье, медальон, все золотое. А деньги не взяли. А где были деньги? Профессиональные квартирные воры находят такие тайники всегда. Но тут грабитель почему-то до денег не добрался. Позвольте,
Зато провозился какое-то время с несгораемым шкафом, оставив на металле вокруг замочной скважины множество царапин. Сыщику это показалось странным. Там не было ничего ценного. Сами посмотрите. Екатерина открыла сейф и разрешила следователю осмотреть все, что его интересует. В сейфе хранились старые фотографии, письма, документы, метрики. Семейный архив, одним словом. Стеблов знал, что домашний сейф – большая редкость, и сам по себе он показатель достатка. Ключ от сейфа был не очень сложным. Обычный ключ от обычного замка. Когда вы пришли, ваша дочь была в этом кресле? Да. Возле кресла остались лежать куски изрезанной веревки, которой преступник связал Наташу Лапицкую. Стеблов обратил внимание на узлы. Они были очень сложные. На морские, похоже. Где убийца научился вязать такие узлы? Может, бывший моряк? Сыщик приказал отправить веревки в отдел и выяснить об этих узлах все, как называются и где обычно используются. Преступник действовал очень аккуратно и практически не оставил после себя улик, кроме вот этих веревок. Тот, кто привязал девушку к стулу, вероятно, имел отношение к морскому делу. Хороший вещдок. Если среди подозреваемых окажется моряк, ему уделят внимание в первую очередь. Вот только для того, чтобы определить круг этих подозреваемых, нужно было понять мотив, узнать, зачем кому-то понадобилось убивать заведующего кафе. Перед тем, как отправиться в больницу, Наташа успела рассказать оперативникам свою часть истории. Училась она в Харьковском учебном пункте милиции, сама собиралась стать следователем. Последней пары в этот день не было, и девушка вернулась домой раньше обычного. Около половины второго. Наташа открыла входную дверь, та была заперта, и зашла в полумрак прихожей, но не успела включить свет, как получила из-за спины сильный удар по голове. Убитый Олег Лапицкий был отчимом Наташи. Ее родной отец, первый муж Екатерины, погиб на фронте в 43-м. Только через 10 лет Екатерина снова вышла замуж и взяла фамилию нового мужа. А вот у Наташи осталась прежняя фамилия, та, что досталась от отца, Кравченко. Врачи диагностировали сотрясение мозга девушки. Всю ночь она провела в больнице, на утро ей стало легче. Ее отпустили домой, лечиться амбулаторно. Если дверь к приходу Натальи была заперта, то да, как преступник попал в квартиру? Лапицкие жили на последнем этаже. Ну что, что-нибудь есть? Ничего пока не вижу. Теоретически убийца мог забраться через чердак на крышу, спрыгнуть на балкон и пробраться в квартиру. Это требовало ловкости и сноровки. Следователю вспомнилась комедия, которую он посмотрел совсем недавно «Матрос с кометы». Как ловко там главный герой прыгал по трапам и мачтам. И опять же, узлы. Неужели все-таки моряк? Либо у преступника просто был ключ. В любом случае, он не мог миновать подъезд. В доме, где жили Лапицкие, работал консьерж. В день убийства дежурила милая старушка Клавдия Петровна. Здравствуйте. Добрый день. Меня Она клялась собственным здоровьем, что никто чужой мимо нее не проходил. Ни на вход, ни на выход. Как такое может быть? Но вы знаете, да. Здесь есть еще один вход. Оказалось, в доме с тыльной стороны существовал еще один вход. Но замок на дверях стоял никудышный. Мальчишки время от времени ради забавы открывали его обычным гвоздем. Когда Стеблов подошел осмотреть эту дверь, она была открыта. Так что возможность проникнуть в подъезд незамеченным у убийцы была. Версию про ограбление следствие полностью не отбросило. Но все же Стеблов считал, что мотив убийства был иным. Возможно, у Лапицкого были враги. Вдова убитого Екатерина заявила, что мало интересовалась делами мужа, и не имела ни малейшего представления, кто мог возненавидеть его настолько, чтобы решиться на убийство. Зато в кафе «Ягодка» Стеблову удалось нащупать кое-что интересное.
Завхоз кафе «Ягодка» встретил Стеблова у самого порога. Звали его Михаил Шляпин. Мужчина заявил, что был лучшим другом Лапицкого, знал его много лет. Похоже, что смерть заведующего огорчила здесь всех. В самом углу зала за столиком сидела молодая симпатичная официантка. Глаза покраснели от слез. Клиентов в зале не было, так что девушка вскоре ушла в подсобку. Это ужас. Трагедия для всех нас, сотрудников. Ну а что он был за человек? Азаркин. Будет? Нет, спасибо. Я на службе. Завхозу было чем поделиться со следствием. За упокой. По его словам, Олег Лапицкий был игроком, играл в карты на деньги. Не по мелочи, а на большие суммы. Часто проигрывал, но долги всегда отдавал. Карточный долг – это святое. В начале этого месяца Лапицкий проговорился Шляпину, что снова проиграл. На этот раз 10 тысяч рублей. Не в курсе. В доме директора харьковского кафе «Ягодка» произошло разбойное нападение. В результате сам Олег Лапицкий утоплен в ванной, а его падчерица Наталья Кравченко получила удар по голове сзади и без сознания была привязана к стулу сложным морским узлом. Следователь Константин Стеблов обратил внимание на некоторые странные обстоятельства. Никто не видел, как грабители попали в квартиру и ушли из нее. Многие ценности, добраться до которых не составляло труда, остались нетронутыми. Выяснилось, что Лапицкий – азартный игрок с большим карточным долгом. В рабочем кабинете Лапицкого оперативники нашли несколько колод карт. Это были обычные советские игральные карты. Но большинству людей достаточно иметь в доме одну колоду карт, а вот серьезные игроки меняют колоду часто. Во время игры карты мнутся и пачкаются, и честному игроку меньше всего хочется, чтобы карту можно было опознать по рубашке. Во всех колодах были отброшены шестерки. Они лежали в пачке с краю и были как новенькие. Лапицкий играл в преферанс. Шестерки в этой игре не участвуют. Потому что вы в курсе. Играть в карты на деньги в Советском Союзе возбранялось. Будьте добры. Но наказать за это Лапицкого было уже невозможно. Так что Шляпин смело выложил оперативникам все, что знал. Правда, знал он немного. Игра проходила в квартире одного из знакомых Лапицкого. Звали его Эдик. Заезжал на новом москвиче, 407-м. Номер помните? Да. В деле появилась новая зацепка. 54. Послевоенные годы «Москвич» называли «народной маркой». Правда, не потому, что купить такую машину мог каждый. Просто московский завод малолитражных автомобилей на то время был единственным в стране представителем отрасли, который ориентировался на широкого потребителя. Первый «Москвич-407» сошел с конвейера в 1958-м. Каждая советская семья мечтала о такой машине. Да и не только советская. Осенью 1959 года Америку посетил Никита Хрущев и привез с собой целую выставку достижений советской промышленности. Был там и 407-й «Москвич». Когда его увидел президент Дуайт Эйзенхауэр, то сказал, что хотел бы иметь и себе такую машину. Стоил 407-й 25 тысяч рублей. Это чуть больше 30 средних зарплат на то время. Так что хотели себе такую игрушку в Советском Союзе все, но купить могли немногие. Эдика нашли быстро. Здравствуйте, Эдуард. Добрый. Им оказался 40-летний преподаватель математики Харьковского политеха. Для студентов он был не Эдик, а Стрельников Эдуард Сергеевич. Доиграем. Интересовался он не только картами, но и другими азартными настольными играми. Оказалось, что в органах его неплохо знают, как профессионального игрока в преферанс. Для игры на большие деньги люди собирались там, где их не могли потревожить случайные гости. Обычно на квартирах. Такие места назывались катранами. Это были закрытые клубы, попасть в которые можно было только по рекомендации одного из завсегдатаев. Игровые сессии могли длиться по нескольку дней. Суммы выигрывались и проигрывались колоссальные. Профессиональные игроки делились на две касты. Одна из них – шулеры, или, как их еще называли, каталы. Эти люди, скажем так, использовали в игре технические приемы, например, метили карты. Оставишь ногтем след на рубашке и уже знаешь, что это трефовый туз, когда видишь эту карту, лежащую в прикупе. Окажешься с таким спецом за игральным столом, без штанов останешься. Даже поговорка такая гуляла –
Если через полчаса игры ты не понял, кто в компании лох, значит, это ты. Вторая категория – лобовики. Они добивались преимущества за счет великолепной памяти и аналитического ума. Именно к этой касте относился Эдуард Стрельников. В летние месяцы, когда студенты разъезжались на каникулы, Стрельников тоже отправлялся в путешествие на юга. Но ехал он туда не отдыхать. Нефтяники и сталевары везли к морю кровно заработанные рубли. И Стрельников спешил помочь им с ними расстаться. На вопрос, сколько денег он недавно выиграл у Олега Лапицкого, Стрельников отвечать отказался. Нет. Карты нашей стране играть запрещено. На деньги. И если следователь пришел к нему в поисках мотива убийства Лапицкого, то он просто тратит время. Вы бы лучше с любовницей его поговорили. С кем? С любовницей. С какой любовницей? Официантка вроде. Эльвирой звали. Официантка? Эльвира? Эдик, разумеется, брал, что не играл с Лапицким на деньги. Но принципиального значения это не имело. Круг людей, вхожих в его игральный клуб, в общих чертах был известен милиции. Все более-менее законопослушные люди. Те самые лобовики, которым бы и в голову не пришло убить за карточный долг. А с криминальными авторитетами Эдик не связывался принципиально. Конечно, у стражей порядка к Стрельникову могли возникнуть вопросы, но подозревать Эдика или кого-нибудь из его партнеров по игре в убийстве было бессмысленно. А вот упоминание о любовнице следователя заинтересовало. Тем временем эксперты подготовили заключение с результатами осмотра тела убитого и назвали официальную причину смерти. Жертва утоплена в ванне. На шее следов удушения нет. Если бы не разбитый затылок и синяк на локте, ювелирная была бы работа. Где-то следователь уже такое видел. Ну, конечно. Ответ на его вопрос находился в том же кабинете на его книжной полке. Краткое изложение судебной медицины для академического и практического применения профессора Громова. По ней готовили всех следователей в Советском Союзе. Стеблов быстро нашел главу, которая его интересовала. Следователь нашел описание случая, когда человека утопили в ванной, резко дернув его за ноги. Из-за испуга жертва сделала слишком глубокий вдох, но голова уже была внизу, и легкие мгновенно заполнились не воздухом, а водой. Да в таком количестве, что человек сразу же потерял сознание. Лапицкого могли отправить на тот свет тем же способом. И если прежде следователи предполагали, что убийца был физически очень силен, то теперь эта характеристика становилась необязательной. В кафе «Ягодка» Стеблов Эльвиру не застал. У официантки был выходной. Шляпина в кафе тоже не было. С утра Стеблов не позавтракал. Думая, чем перебить аппетит, следователь осмотрел прилавок. Здравствуйте. Здравствуйте. Бутерброды с вареной колбасой выглядели не очень. В стороне за прилавком он увидел холодильник с мороженым. И вспомнил деревянную палочку, которую видел в ванной у Лапицких. А что, ваш заведующий любил мороженое? Нет, он не любил сладкое. Стеблов взял стаканчик крем-брюле. Это было любимое мороженое его 8-летнего сына. Рассчитался и, задумавшись, отошел к окну. Спасибо. На здоровье. Что ж, наверное, палочку от мороженого в ванной оставил кто-то из домашних раньше. Да, это, пожалуй, и не важно. Не мог же убийца явиться к жертве с пломбиром на палочке в руке. В СССР нужно ехать по трем причинам. Посмотреть балет, сходить в цирк и отведать мороженого. Так говорили иностранцы, которые побывали в стране советов. Фабрики, которые производят мороженое, существовали во всех более или менее крупных городах. Но работали по одной технологии. Так что пломбир харьковский ничем не отличался от пломбира, скажем, минского. Королем советского мороженого считалось эскимо в шоколадной глазури. Оно же было и самым редким. По потреблению мороженого Советский Союз занимал второе место в мире. Она хорошая, порядочная. Чтобы девочка. Поход в Ягодку не стал пустой тратой времени, Стеблов решил расспросить об Эльвире ее коллег. Будьте любезны. Девушка в коллективе была на хорошем счету. Общительная, красивая, но не зазнается, с посетителями приветливая, лишнего им не позволяет. Вот только в последнее время что-то с ней происходило. Вся в своих мыслях, рассеянная, неуклюжая. На прошлой неделе она разбила целый поднос посуды.
а несколькими днями раньше опрокинула на посетителя стакан чая. Случайно, конечно. Хорошо, хоть не горячего. Когда Стеблов уже собирался уходить, постойте, к нему подошла официантка Ольга. Подождите, пожалуйста. Возможно, я не в свое дело лезу, но мне кажется, я знаю, что с Эльвирой происходит. Я думаю, у нее отношения с другим мужчиной. Тоже. На прошлой неделе, как раз незадолго до убийства Лапицкого, к Эльвире на работу зашел муж, Николай Прокопенко. Даже не зашел, а ворвался. Он был возбужден, схватил Эльвиру за руку и буквально выволок ее на улицу. Ольга в тот день тоже была на смене. Она осталась одна в зале и наблюдала за ссорой Эльвиры и Николая через окно. Мужчина говорил взахлеб и размахивал у жены перед лицом какой-то тетрадью. Эльвира пыталась его в чем-то разубедить и успокоить, однако Николай и не думал успокаиваться. Наоборот, он все больше горячился. Разобрать слова было невозможно. Но одну фразу Ольга услышала четко. Николай выкрикнул ее громче остальных. Мой? Так как такое может быть? После этих слов нетрудно было догадаться, что Эльвира забеременела. Но муж сомневается, что ребенок от него. А кто мог знать, что Эльвира встречается с Лапицким? По словам Ольги, Лапицкий и Эльвира свой роман не афишировали. Но скрывать отношения у них получалось плохо. В кафе все догадывались, что эти двое видятся не только на работе. В конце концов, что-то мог узнать и муж Эльвиры. Стеблов был очень благодарен Ольге за информацию. Это действительно было важно. Не теряя времени, следователь отправился в поликлинику, в которой стояла на учете Эльвира. В поликлинике выяснилось, что немногим более недели назад Эльвиру поставили на учет в гинекологическом кабинете. А на следующий день к врачу пришел какой-то ее приятель. Девушка хотела сделать аборт, но срок был уже поздний, и ей отказали. Мужчина предложил как-то решить вопрос. Говорил о деньгах, но его попросили уйти. Выйдите отсюда, дверь закройте. Врач опознала мужчину по фото. Это был Олег Лапицкий. Да, очень. Впечатление он произвел не самое приятное. Да и что можно было подумать о человеке, который пришел в клинику договариваться о позднем аборте для своей девушки, но при этом пытался флиртовать с медсестрами. Пока Стеблов шел по следу, эксперты разобрались с веревками, которыми преступник привязал к стулу падчерицу погибшего. Они выяснили, что он использовал два морских узла – булинь и рифовый узел. Обычные люди таких вязать не умеют, так что преступник бесспорно имел определенные навыки в морском деле. Если булинь считается довольно распространенным узлом, то рифовый узел – это настоящая экзотика даже для бывалых моряков. Стеблов застал Эльвиру дома. Он сразу узнал девушку. Видел ее, когда первый раз приходил в Ягодку. Это была та самая официантка, которая плакала в углу за столиком. Теперь следователь понимал, почему смерть шефа так сильно ее расстроила. Сначала Эльвира вообще отрицала какую-либо связь с Лапицким. Но когда следователь пригрозил, что будет те же вопросы задавать ее мужу, девушка сдалась. Да, я беременна от Лапицкого. Все, что ранее стало известно Стеблову, было правдой. А муж об этом знал? Муж узнал об этом случайно. Как? Он нашел мою медицинскую карту. Конечно, Эльвира могла сделать вид, что забеременела от мужа, но это грозило обернуться большим скандалом. Почему же так? Мы с Колей давно хотели завести ребенка. У нас не получалось. Он не может иметь детей. У него даже первого брака не было детей. А тут такая новость. Я беременна и скрываю от него, и он начал подозревать. Я пыталась объяснить ему, что это его ребенок. Я пыталась сохранить наш брак. Я вас ни в чем не подозреваю. Я пока подозреваю только вашего Николая. Нет, вы думаете, что это Николай? Да вы что, нет. Эльвира снова и снова повторяла, что Николай не знал о ее связи с шефом. Стеблов не думал, что она осознанно выгораживает мужа. Она действительно не верила, что Николай на такое способен. Но следователю были известны разные случаи. Он знал, как неприспособленные к жизни Тихони из-за ревности становятся расчетливыми убийцами. Николай, получив повод,
мог все разузнать и ничего не сказать жене, по-тихому сведя счеты с тем, кто обесчестил его семью. Работал Николай в пожарной части. Физически он был крепок и силен, а значит, вполне мог пробраться в квартиру через крышу и спрыгнуть на открытый балкон. К тому же у него, как у пожарного, были все необходимые для этого навыки. Да и узлы сложные эти ребята тоже вязать умеют. На допросе Николай заявил, что понятия не имеет, за что его задержали. А когда Стеблов в общих чертах пояснил, Прокопенко помрачнел. Значит, все-таки не мой ребенок. Николай был подавлен. Он твердил, что в глаза не видел человека по имени Олег Лапицкий. А моя жена дура гулящая! И единственное, что он может уверенно заявить, так это то, что его жена умудрилась испортить мужу жизнь, а сейчас еще и подвести под расстрельную статью. В доме директора харьковского кафе «Ягодка» произошло разбойное нападение. В результате сам Олег Лапицкий утоплен в ванной, а его падчерица Наталья Кравченко получила удар по голове сзади. Следователь Константин Стеблов подозревал, что причиной убийства мог быть большой карточный долг Лапицкого. Однако проверка причастных к игре людей показала, они невиновны. Появилась новая версия. Эльвира, официантка кафе. Ее муж Николай узнал о тайной связи жены с Лапицким и о беременности, которую Эльвира пыталась скрыть. У Николая, безусловно, был мотив для убийства. Но улик против него не было. Давать чистосердечное признание он тоже не собирался. А еще Николай никак не был связан с морем, и про морские узлы знал лишь только то, что они существуют. По крайней мере, он так говорил. И тут дело получило неожиданный поворот. На другом конце города, в комиссионке, всплыла золотая брошь из числа украденных в доме Лапицкого. Администрация магазина по просьбе милиции связалась с хозяином вещицы, сообщила, что товар продан, можно приходить за деньгами. Человека, который пришел получить деньги, тут же задержали и отвезли к Стеблову. Здравствуйте, вас зовут Егор, да? Да. В кабинете следователя он рассказал, что купил брошь по дешевке возле пивного ларька. Какой-то дурачок, свалившийся в запой, ради опохмелки семейный скарб по дешевке распродавал. Вот он и решил порадовать жену подарком. Но брошь жене не понравилась. Вот и пришлось отнести украшение в комиссионку. Дальнейшая проверка показала, что у задержанного было железное алиби. Егор Мелехин работал на Харьковском тракторном заводе. В день убийства он был на рабочем месте, в цеху, где его видели десятки коллег. Скажите, а как выглядел тот забулдыга? Следователь показал задержанному фотоснимок Прокопенко. Это точно не он. По словам Мелехина, парень, который продал ему брошь, был гораздо моложе. Лет, может, чуть больше 20. Волосы светлые, глаза вроде голубые. Милиционерам ничего не оставалось, как нарисовать со слов свидетеля портрет нового подозреваемого и объявить его в розыск. Ну, это похож. Еще один вопрос, на который у Стеблова не было ответа. Где Лапицкий раздобыл деньги на погашение карточного долга? 10 тысяч рублей – сумма по тем временам немалая. Для сравнения, в 59 году автомобиль «Победа» стоил 16 тысяч. Лапицкий, конечно же, мог запустить руку в кассу кафе, но проверка показала, что бухгалтерия «Ягодки» в порядке. У Лапицких были сбережения в Сбербанке, но у убитого там лежали какие-то копейки, зато у его жены сбережения имелись. В 50-е годы в СССР наличие сберкнижки было признаком успешного человека. Но в ту пору далеко не всем было что хранить. У рабочего человека каждая лишняя, а то и не лишняя копейка уже была вложена в облигации госзайма. После войны стране не хватало денег на восстановление, и она брала их в долг у своих граждан. Возврат денег по ним начался только в 71-м. Так что в конце 50-х клиентов, пожелавших открыть сберегательный вклад в Сбербанке СССР, было немного. Куда позволите? Присаживайтесь. Стеблов не хотел вызывать Екатерину на допрос и сам заехал к ней домой. Время было вечернее. Лапицкая вернулась с работы и готовила ужин. Скажите мне, пожалуйста, у вашего Стеблов не коллега... стал ходить вокруг да около и сразу спросил про деньги, карточные долги и Эльвиру. Все тайное становится явным.
Екатерина очень нехотя, но все же призналась, что знала о похождениях мужа. И поэтому вы снимали довольно большие суммы денег. Да, иногда приходилось. Он был не слишком удачливым. Скажите, Эльвира была беременна от вашего мужа? Если вас интересует, давала ли я деньги Олегу, чтобы эта девка сделала аборт, то да, я давала деньги. Можно глянуть? Да, смотрите. На столе лежал фотоальбом. Вероятно, Екатерина недавно пересматривала старые снимки и не успела их прибрать. Олег, Екатерина очень не хотела доводить дело до публичного скандала. Боялась за свою карьеру. Ведь начинала работать обычной швеей, потом стала мастером, начальником цеха, директором. Через 3 года Лапицкая планировала стать депутатом Верховного Совета Украинской ССР. А повеса и транжира муж был постоянной угрозой ее планам. Кто станет брать пример и ориентироваться на человека, который даже в своей семье порядок навести не может? Стеблов обратил внимание, что Наташи дома нет, хотя было уже поздно. А Наташа нет дома? Она с парнем в кино пошла. Скоро вернется. Стеблову показалось, что в голосе Екатерины прозвучали нотки недовольства или, по крайней мере, неодобрения. Он не ошибся. Лапицкой не нравился парень ее дочери. Сергей, так звали ухажера, учился с Наташей в одной школе, но в другом классе. Он был на несколько лет старше. По словам Екатерины, это был еще тот разгильдяй. Но, собственно, в подростковом возрасте именно такие мальчишки нравятся девочкам. Лапицкая рассказала, что Сергей вскружил голову ее дочери рассказами о море. Он был безумно в него влюблен, и после школы парень поступил в мореходное училище в Одессе. Недавно закончил, стал моряком торгового флота и вскоре должен был уйти в плавание. Но перед отъездом приехал на какое-то время домой в Харьков. Каково это? Ждать мужика из рейса полгода. Не хотела бы я своей дочери такой участи. Но Стеблов Лапицкую уже не слушал. При упоминании о мореходке он сразу вспомнил морские узлы, которыми Наталья была привязана к стулу. И теперь у следователя оставался лишь один вопрос к Лапицкой. А в какой именно кинотеатр пошла Наташа с Сергеем? В 50-е годы советский кинопрокат переживал настоящий бум. Взрослый билет в городском кинотеатре стоил 2,5 рубля. Это еще старых, дореформенных. Других развлечений было мало, а телевизор массового распространения пока не получил. С хрущевской оттепелью изменился и советский кинематограф. Фильмы стали более лирическими, появились новые герои. Народ массово хлынул в кинотеатры. «Черноморочка». Лирическая комедия о жизни девушки по имени София в рыбацком поселке на берегу моря. Это был новый фильм, снятый на Одесской киностудии. Именно его и смотрели Наташа и Сергей. Из кинотеатра они вышли в хорошем настроении, смеясь и пересказывая забавные фрагменты фильма. Я просто сошла. Стеблов решил не задерживать Сергея при Наташе. Молодым людям дали прогуляться по улице. Расстались они уже возле самого дома, где жили Лапицкие. Было видно, что молодые люди не хотели расставаться. Возможно, Сергей даже рассчитывал на приглашение в гости. Когда дверь подъезда за Наташей закрылась, он развернулся и пошел домой. Сергей! Мы из милиции. А в чем дело? Пройдемте. Нам нужно задать вам пару вопросов. Вот это комната Сергея. На следующее утро в квартире, где Сергей жил со своими родителями, провели обыск. Под кроватью в чемодане, в котором были сложены зимние вещи, оперативники нашли несколько золотых безделушек. Тех самых, что были украдены в квартире Лапицкой. Вот и украденное золото. Это были уже очень серьезные улики. Кроме того, мужчина, который пытался толкнуть брошь Екатерины Лапицкой через комиссионку, опознал Сергея и подтвердил, что выкупил украшение именно у него. Сергей, произошло убийство. На допросе Сергей Крылов быстро осознал, что улик против него достаточно, и согласился рассказать все, как было.
Но первые слова Сергея сбили следователя с толку. Я не убивал. А кто? Кто? Наташа. Наташа? Угу. По словам Сергея, его девушка была сильно напугана и взволнована. Приехать просила срочно и зайти через черный ход, избежав встречи с соседями и консьержем. Сергей так и сделал. В квартире Лапицких Сергея ждал очень неприятный сюрприз. До него даже не сразу дошел смысл слов, которые Наташа сказала вместо приветствия. Сергей. Да? Я убила отчима. Первой реакцией Сергея было желание сбежать. На ватных ногах он проследовал за девушкой в ванную комнату, где увидел тело человека, который в будущем мог стать его тестем. Это произошло случайно. Мои познания криминалистики нам помогут. Я уже все придумала. Мы должны обустроить все так, как будто здесь произошло ограбление. Ты слышишь меня? Поможешь мне? Наташа сделала гвоздем несколько царапин на замочной скважине сейфа. Сунула парню горсть золотых украшений из маминой шкатулки. Возьми. Так, теперь ударь меня по голове. Чем? Сергей все так и сделал, только с силой удара перестарался, так что сотрясение мозга даже не пришлось симулировать. Руки вяжи. Сергею, разумеется, было страшно. И на следующий день, чтобы успокоиться, он решил напиться. Пригласил друзей. Не робей, давай, газуй, чего ты там. Деньги кончились в самый неподходящий момент. И тут он вспомнил о золоте. Да как такое вообще? Класс, он такой. Так подсакой надо было. Так не было ее. Вот такой. Скиндос. Продавая брошь незнакомцу, он даже не представлял, чем это может обернуться. Кто мог подумать, что тот работяга безделушку не жене подарит, а в комиссионку понесет? Счастливо. Всего добренько, хорошо, все взаимно. А ведь Наташа в школе милиции тоже тот справочник Громова видела. И наверняка читала про убийство в ванной. Теперь Стеблову даже стало как-то неловко от того, что он сразу об этом не подумал. А еще следователь понял, что Екатерина недолюбливала парня своей дочери. Он, конечно, может и романтик, но действительно простофиля. Когда Наташу задержали, она пыталась все отрицать. Но я его не убивала. Наташа, вот показания Сергея. Да. Это я сделала. Случайно. Наталья рассказала, как в тот день вернулась домой с занятий. По пути она купила мороженое. Оно было подтаявшим и потекло. Так что первым делом Наташа зашла в ванную комнату вымыть руки. И увидела, что там принимает ванну ее отчим. Почти весь под водой. Снаружи только лицо и пальцы ног. Глаза закрыты, дремлет. И тут девушку словно волной накрыло. От злости у нее потемнело в глазах. Теперь у Стеблова было объяснение даже для этой мелкой детали. Сломанной палочки от мороженого на полу ванной комнаты. Я его ненавидела. Но почему? Я знала, что это провокация. Это не в первый раз. Я очень сильно разозлилась. Несколько раз Лапицкий, выпив лишнего, приставал к Наташе. И регулярно давал понять, что не против закрутить с ней интрижку. Но дело было не только в этом. Ненависть к отчиму зародилась у девушки гораздо раньше. Сразу после того, как он появился в их доме. Отпустите! Нет! Нет!
Наташа никогда не видела своего отца. Все, что у нее было, несколько его фотографий в военной форме, что стояли на полке. Когда в квартиру въехал Лапицкий, то первым делом убрал эти снимки куда подальше. Дескать, матери так будет легче. Несколько секунд девушка стояла в нерешительности. Она вспомнила ту историю из учебника. Когда она ее читала, то не верила, что такое возможно. И вот ей выпал шанс это проверить. Ноги сами шагнули к ванной. Руки с неизвестно откуда взявшейся силой схватили отчима за голени и сильно рванули на себя и вверх. Палочку от мороженого она просто выронила и потом о ней забыла. Не до того было. Все вышло как по учебнику. Да вот незадача. То ли в момент рывка, то ли из-за конвульсии Лапицкий сильно ударился головой и локтем. Иногда люди умирают в ванной из-за оторвавшегося тромба или захлебываются, упав в обморок. Но как тогда объяснить свежее рассечение на затылке? Что сказать милиции? Наташа не знала. А садиться в тюрьму не хотела. Времени на раздумья не было, и девушка сделала то, что первым пришло ей в голову. Изобразила ограбление. Как именно, следствие уже знало из показаний Сергея. Екатерина Лапицкая так и не стала депутатом. Дочь убийца. С таким клеймом дорога наверх ей была заказана. Наташу судили, ее мать сделала для смягчения приговора все, что смогла. Суд назвал случившееся убийством по неосторожности, но явки с повинной не было, что, в свою очередь, вину отягощало. Наталья получила 8 лет заключения, но, отсидев 4, вышла на свободу по условно-досрочному освобождению. Сергей оказался тоже на скамье подсудимых. За подсобничество в сокрытии преступления парню дали 6 лет, которые он отбыл от звонка до звонка.